Водителей столичного и еще нескольких регионов сегодня призвали быть особо внимательными на дорогах. Пришло резкое потепление. Дневные температуры будут подниматься выше нуля, но вечером и ночью они будут уходить в минус, что будет способствовать образованию гололедицы. Также возможны ледяные дожди. Повышение температуры после сильнейших снегопадов местами привело к подтоплениям. В Москве и области в связи со сложными метеоусловиями объявлен желтый уровень опасности.